Готовое решение, вам не надо ни о чем думать, покупайте этот комплект. Всем привет, с вами Гриша и это sundownaudio.ru. Сейчас у нас будет небольшой обзор комплекта, который вы можете купить у нас на сайте. На него также есть специальные условия. Мое как бы желание сейчас донести до вас, что в принципе есть, можно сказать, готовое решение для системы начального уровня, которое при этом будет вас долгое время радовать и не потребует больших затрат по установке, равно как и затрат на проводку. Основой будет 5-канальный усилитель Kings Audio TSR Synca. Synca значит 5, это 5-канальный усилитель, 4 канала по 80 Ватт в 4 Ома и 300 Ватт канал насад. У усилителя в комплекте есть дистанционный регулятор баса, поэтому вам будет удобно контролировать уровень сабвуфера. Что нужно подобрать под этот усилитель? Вариантов много, но вот что мы рекомендуем. Во-первых, динамики SC, они заменяют вам штатку. Это Russian Bass M165 RBF. Отличные музыкальные динамики, очень хорошо себя показали на рынке, очень востребованы, очень музыкально играют. Хороший диапазон, достаточно низкий, при этом очень-очень громко. Пищалку к ним я бы рекомендовал выбрать Мачете, ну или Devbonds, как правильно называется, брат, MPT-17N. Она отлично встанет в штатные места, там либо в уголок зеркала, либо в торпеду, ну или на край можно сделать подиум в стоечку. И, конечно же, сабвуфер, это легендарный, да, очень-очень тоже популярный динамик Alphard Мачете M10. На сопротивление вам нужно будет выбрать D4, то есть две катушки по 4 Ом, чтобы коммутировать 2 Ом, потому что это минимальная рекомендованная нагрузка на сабвуфер канале данного усилителя. Получится идеальная связка, стоит практически ничего, но при этом будет отличный приятный бас, все очень сбалансированно будет играть. Потом, если вы захотите, вы сможете расширить эту систему по проводке. Это тоже практически ничего не требует. Я бы рекомендовал хороший медный 4 га для подключения усилителя. Можно подключить через высокий уровень от штатного ГУ, можно, естественно, через межблоки подключить. Готовые решения, вам не надо ни о чем думать. Просто проходите по ссылке в описании этого видео и покупайте этот комплект. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки этому видео, писать ваши варианты комплектов в комментариях. Если нам это понравится, мы их тоже добавим на сайт и сделаем скидку на них. В данном случае у нас нет скидки на сам комплект, но при его покупке вы получите Core Fi под данный сабвуфер в подарок. Это практически 5000 рублей. Причем это добротный, качественный фазоинвертный корпус на трубе со скрывами 19-миллиметровая фанера, хорошая низкая музыкальная настройка, все это обтянуто в качественный карпет. Купил, взял, подключил сам, либо можем подключить у нас в студии за очень-очень гуманный ценник. Поэтому говорю, ставьте пальцы, пишите в комментариях, что бы вы выбрали к этому усилителю, пару, так скажем. Ну и мы, соответственно, дадим оценку вашим комплектам. Подписывайтесь и ждите новости от sundownaudio.ru. Мы подключили стенд и собрали в него вот как раз тот самый комплект, который есть в видео. TSR Synca, 5-канальный усилитель Kings Audio, Мачете M10D4, фронтальная акустика Russian Bass RBF-165 и MPT-17 Мачете. Шикарно играет, очень музыкально. Всем рекомендую, приезжайте, послушайте это здесь вживую у нас в магазине. Ну и если вам все понравилось, ссылка в описании, вы можете это все у нас купить и получить скоро подарок. sundownaudio.ru. Подписывайтесь на нас.